Доброго дня, шановні глядачі. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілятіна. По понеділках, як завжди, ми говоримо на тему нашого здоров'я. І сьогодні тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це проблеми зору і профілактика сліпоти. Гість студії Віктор Косиченко, завідувач денного стаціонару Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Вітаю вас, пані Вікторе. Дякую, що сьогодні ви з нами. І будемо, сподіваюсь, говорити на актуальну тему і давати нашим глядачам актуальні поради. Телефон прямого ефіру 47 74 72. Якщо у вас, шановні глядачі, будуть виникати питання з приводу нашої сьогоднішньої теми, будь ласка, ставте, ми зможемо на них відповісти. Пані Віктор, на початку нашої розмови у нас є кілька інформаційних приводів. По-перше, сьогодні Міжнародний день лікаря. Да. З чим, власне, вітаю вас. І я вітаю всіх глядачів, всіх колег. Лікарську аудиторію нашого каналу. І 12 жовтня цього року, так припадає, Всесвітньою організацією охорони здоров'я визначається Всесвітній день зору. Я знаю, що є ще декілька дат стосовно цієї теми. Ну, я теж присмотрел. Значить, ежегодно, не тільки в цьому році, а ежегодно, во второй четвер октября, по ініціативі Всемирной організації здравоохранения, отмечается такой день, называется Всемирный день зрения, посвященным проблемам зрения в рамках программы The Right to Sight, то есть право на зрение. Каждый человек имеет право на зрение. И вот этот Всемирный день зрения отмечается во второй половине, ну, во второй четверг октября. Есть еще несколько, ну, праздниками назвать сложно это, ну, таких дат, которые призваны привлекать общественность, фонды, правительство, общественные организации, собственно, врачей, да и самих пациентов на внимание к проблемам органа зрения. Это так называемый Международный день белой трости, символ незрячего человека, который отмечается, ну, тоже в октябре. И еще отмечается день борьбы со слепотой. И он в ноябре отмечается в связи с днем рождения Валентина Гауи. Интересная история этих, ну, скажем, ну, пусть будет праздником. Значит, День Белой Трости начал отмечаться в дань фотографа Джеймса Бикса. Это английский фотограф, который в молодом возрасте, будучи фотографом, лишился зрения. И он начал передвигаться с помощью палочки, с трости. И на него никто не обращал внимания. Ни водитель, но он такой, как все. Он пошел на такой креативный ход, покрасил трость свою в белый цвет. И начали обращать внимание. И оказалось, это очень удачный подход, очень удачное решение вопроса. И с тех пор люди со сниженным зрением или слепые пользуются этой белой тростью. Вы знаете, они для большей ориентировки это используется. И во всем мире. И вот этот такой вот день отмечается, ну, как мы уже сказали, чтобы привлечь внимание общественности. День, посвященный борьбе со слепотой, 13 ноября в честь Валентина Гауи, в день его рождения, это был такой продвинутый офтальмолог, который организовал первую такую артель, где он обучал и учил слепых детей внедряться в социум. Он нашел на паперти маленького мальчика, которому было 11 лет, но он был очень смышленый, но слепой. И он стал его обучать на картонке, делая позначки в виде точек, что явилось прообразом шрифта Брайля. И ребенок научился читать, потом и писать. Потом мы набрали целый коллектив, сначала 11 человек, потом больше. И вот общество стало понимать, что люди, которые лишены зрения, они должны, они хотят зарабатывать деньги, они хотят быть полезным обществу, себе, в конце концов, быть полезным. Вот видели сейчас игры нескоренных. Так. Это люди с проблемами, но они не хотят мириться со своим инвалидным креслом или просто лежать на диване и глотать таблетки. Нет, они работают, они занимаются спортом. То же самое касается и органа зрения. Люди, которые с проблемами зрения, они не хотят быть обузой ни для семьи, ни для общества, ни для кого. Они хотят работать, переносить пользу. Ну, и вот эти даты, о которых мы с вами говорили, они, собственно,
и призваны привлечь внимание всех людей всего мира вот к этим проблемам. Телефон прямого ефіру 47 74 72. Якщо у вас є питання з приводу проблем зору або профілактики сліпоти, ми можемо сьогодні відповісти на них. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, наскільки зараз поширені, ну, в загальній динаміці, можливо, статистику взяти, серед хвороб людини проблеми зору саме? А от я зараз скажу. Значить, ви знаєте, що у нас примерно, ну, по різним підсчетам, від 7 до 10 мільярдів населення людей. Так вот, представьте себе, что 285-290 миллионов человек во всем мире страдает от серьезных нарушений зрения. То есть это огромная армия. 45 миллионов из них поражены полностью, полной слепотой. Дети, которые страдают от нарушения зрения в мире, составляют 19 миллионов. И при этом 1,4 миллиона детей являются слепыми необратимо на всю оставшуюся жизнь. Вы представляете, то есть, какая огромная, огромная, какая ужасающая статистика. Ну, можно подумать, что там орган зрения, там ничего не болит, люди не умирают и все. Но нужно вернуться к простейшим вещам. Вы знаете, что орган зрения воспринимает примерно 90% всей информации. Вот обоняние, обаяние, вкус, что там еще, тактильная чувствительность, температурная чувствительность, все это... Все зависит от зору. Вот, нет, все это только 10%. А зир – это 90%. То есть, не имея зрения или имея очень слабое зрение, человеку очень трудно что-либо сделать. Научиться писать, читать, научиться водить автомобиль. А научиться играть на скрипке, это сделать очень сложно или даже невозможно иногда. Поэтому проблема сохранения зрения или реабилитации людей со сниженным зрением или слепых играет огромнейшую роль. Кстати, и финансовую тоже. Вот представьте себе, молодой человек, ну там сравнительно 45-50 лет, это, я считаю, что это совершенно молодой еще человек, и вот он, у него глаукома. Глаукома – это заболевание, которое в случае нелечения этого заболевания или неправильного лечения, ну, в общем, каких-то неблагоприятных факторов, глаукома – это заболевание, которое неотвратимо заканчивается слепотой. И представьте себе человек, которому 45-50 лет, и он ослеп. Он становится обузой для семьи, он не может зарабатывать денег, он не может передвигаться, он не может приготовить себе кушать. Ему государство, в конце концов, обязано платить пенсию. То есть это кроме морального проблемы, кроме проблемы со здоровьем, еще и огромнейшая нагрузка на общество. Поэтому как ни крути, нам нужно, чтобы люди были здоровые, счастливые, богатые и при этом еще и здоровы. Скажіть, будь ласка, проблеми зору – це більш такого, мають цивілізаційного характеру? Це сучасний темп, сучасні технології, новітні технології? З чим це можна проблеми фактори зору, виникнення? Находять розкопки в єгипетських пірамідах, і там бачать, що вже в ті времена як-то пытались лечить некоторые заболевания. Гиппократ занимался. Я к чему? Чтобы долго не рассказывать. Тысячелетиями были проблемы со зрением, и были попытки эти проблемы решать. Такого высокого уровня, как сейчас, конечно, не было никогда. Потому что есть вещи, которые, ну, лечатся сравнительно быстро. Ну, вот раньше, например, проблема катаракты. Проблема катаракты еще лет 50 назад была. Это была инвалидность иногда на всю оставшуюся жизнь. Сейчас проблем с катарактой нет вообще. Человек приходит в клинику, ему проводят операцию, и он на следующий день уже видит там нижнюю строчку. То есть проблем с катарактой нет. Ну, в нашей стране немножечко посложнее.
Потому что финансовая нагрузка на, вы знаете, есть небольшие финансовые проблемы. Ну, а вот в мире, где страховые компании работают, там просто пришел, ты никаких финансовых нагрузок никаких. Сегодня пришел, завтра прооперировали, и ты послезавтра идешь домой, и все здоровье. Найпоширеніші хворобу, це хвороба, це ще порушення зору. Катаракта, глаукома ви назвали. Да, значит, есть несколько заболеваний, которые вызывают наибольшую тревогу у офтальмолога. Это катаракта. Ну, мы уже сказали, что, в принципе, вопрос по катаракте решается. Это связано с тем, что появились такие новые технологии, как хирургия под микроскопом, имплантация искусственного хрусталика. Сейчас появилась фокоэмульсификация, то есть дробление хрусталика очень маленьким разрезом, что, в принципе, сделало операцию очень отработанной, малотравматичной и с очень быстрой реабилитацией в послеоперационном периоде. А есть заболевания посложнее, ну, например, глаукома. Глаукома – это то заболевание, которое, как мы уже только что сказали, неотвратимо заканчивается слепотой. То есть несколько задач. Первое – ее выявить нужно глаукому как можно раньше. Чем раньше мы выявим глаукому, тем больше шансов у нас сохранить хорошее зрение. Ну вот представьте, рассказывал профессор, что спрашивает больной, а что же я буду лечиться, если вот вы мне сами сказали, что глаукома заканчивается всегда слепотою? Он говорит, подождите, вот я вам так расскажу. Вот если глаукому не лечить, слепота наступит лет через 10. А если лечить, слепота наступит лет через 30. А человеку, допустим, 60 лет. Ну, это же есть разница, понимаете? То есть нам надо глаукому выявить как можно раньше. А раз так, значит, надо сделать какие-то организационные мероприятия, чтобы ее выявить. То есть диспансеризация, например, да? Или санитарно-просветительская работа, чтобы люди знали, что вот после 40 лет может возникнуть такое заболевание, что обязательно, если не вызывают, то самому пойти к врачу, померить это внутриглазное давление, заглянуть. Медицинские работники, особенно на уровне первичного звена, там, где вот участковые врачи, где семейные врачи, они тоже должны знать, что вот человеку после 40 лет нужно направить такой-то... Спасибо большое. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47-74-72. Ви можете телефонувати з приводу проблем зору. Ми сьогодні говоримо і профілактика сліпоти. Вже назвали найбільш поширені такі хвороби – катаракта, глаукома. А, власне, чи існують ризик віку? В якому віці це починаються ось такі проблеми? Ми сказали о катаракті і глаукомі, а їх ще кілька. Ще кілька. Да, і зв'язані вони з сахарним діабетом. Это очень большие проблемы. Вы знаете, сахарный диабет поражает в том числе и почки, и центральную нервную систему, в том числе и орган зрения. Это проблемы с гипертонической болезнью, это проблемы близорукости и вообще патологии рефракции, аккомодации. И еще несколько проблем. Вот, которые существуют в мире, не только у нас. Трахома есть в странах, до сих пор не побеждена. Знаете, у нас трахому вылечил Владимир Петрович Филатов, благодаря тому, что организовал трахоматозные центры, доселе никогда таких центров не было. Ну, в мире идет, конечно, постоянная борьба за то, чтобы этих проблем и заболеваний стало меньше. У нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем, будь ласка, мы вас слушаем. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, пожалуйста, у мене атрофія зрительного нерву, інвалід першої групи. Є в мене якісь шанси, чи десь можна щось це? Трошки голосніше назвіть, будь ласка, хворобу. Голосніше. Інвалід першої групи. Є атрофія зрительного нерву. Є ли те, і можна ли це хоч чуть-чуть більше справити? Тобто вилічити чи так? Дякуємо. Я понял. Значить, вже то, що наш пацієнт, наш глядач, сказав, що у нього інвалідність першої групи, говорить уже о многому. Це, як правило, інвалідність першої групи дають тоді, коли реабілітаційні мероприятия вже все себе ісчерпали. Тобто там видно атрофія дуже тяжкої степені. К сожалению,
там, где первая группа, это практически уже слепота, на сегодняшний момент что-то радикальное сделать невозможно. В мире идутся разработки, вот, лечения под данные проблемы во многих-многих направлениях. Одно из которых – электронное зрение. Это когда в область глаза или, так скажем, в передний отдел имплантируется камера, которая придает, импульс идет к коре головного мозга. Ведь орган зрения у нас только как работает, как видеокамера. А все остальное идет обработка в затылочных корах головного мозга. И это одно из направлений. То есть это электронное зрение, и в мире то там, то в периодической печати уже появились и в научной, что идут такие эксперименты. В нашей стране пока еще такого нету. Идет разработка лечения данного заболевания и подобных в смысле клонирования и выращивания своих клеток. В данном случае пострадали волокна зрительного нерва так сильно, что они перестали проводить импульсы от сетчатки в центральные отделы коры головного мозга. То есть задача, может быть, сейчас звучит фантастически, задача вырастить, грубо говоря, новый зрительный нерв и каким-то образом его туда поставить. К сожалению, это пока разработки. Угу. Появляются и новые препараты. Чтобы я сказал, что приходите к нам и мы вам поможем, к сожалению, я сейчас пока ми безсильні, можна сказати. Ви назвали операції, які відбуваються з приводу лікування катаракти, глаукоми. Такі операції в Миколаєві. Це ж ви. У нас серйозна лікарня. Звісно ж, в больниці лечиться зараз приблизно в году 13 тисяч пацієнтів, із них приблизно 7,5-8 тисяч с хирургической патологией. То есть вот это вот катаракта и глаукома – это основные виды операций, которые проводятся в том числе и в нашей больнице. Оперируются в каждом отделении. У нас в дневном стационаре катаракта не оперируется пока, потому что катаракта предполагает пока что в частных центрах. Вот катаракта оперируется практически амбулаторно. Мы же считаем, что есть смысл человека после операции – оставить на несколько дней в больнице, потому что вдруг болевой синдром, вдруг какое-то осложнение. Возможность круглосуточного наблюдения в нашей больнице есть, поэтому мы пока еще амбулаторно не оперируем. Но операция очень отработана, у нас очень хорошие микроскопы, у нас очень хорошие системы для фокоэмульсификации. Я не специалист, и не хочу рекламировать как-то там излишне в своей больнице, но оперативные вмешательства по поводу катаракты, глаукомы на очень высоком уровне. В последнее время в больнице появились еще такой новый вид вмешательства, который не было никогда в больнице, так называемая витректомия. То есть это вмешательство на стекловидном теле и на сетчатке, что совершенно является новым видом лечения в нашей больнице. Мы вынуждены были раньше отправлять всех в Одессу, в институт имени академика Филатова. Сегодня или, есть возможность. Или в Киев, или в Киев, где тоже проводятся такие вмешательства. Сегодня есть возможность. В Миколаеве, да. Пока что, у нас приезжают помощники или люди, которые курируют этот процесс из Киева. И все равно это удобнее. Приезжают они раз в месяц, и все равно это удобнее, чем человека посылать в Киев, например, потому что это и дорога. Угу. Дякую. Скажіть, будь ласка, є ще таке питання, можливо, продукти, що сприяють покращенню зору. Наскільки це, можливо, міфічні такі, Було б дуже мені просто сказати, їжте морковку, і у вас буде гарний зір, як в тому анекдоті, звідки ти знаєш, що морковка допомагає зору, а ти хоч одного зайця бачила в окулярах, так і тут. Це не зовсім так, але всі овочі червоного і жовтого кольорів, які содержать пурпур, вони впливають позитивно на орган зору. Є такий продукт, який називається черниця чи черніка. І от черніка
является одним из основных составляющих в препаратах, так называемых биологических добавках. Но я хотел бы сказать, что не нужно с отрицанием относиться к биологическим добавкам. Да, когда-то биологические добавки Гербалайф и, так сказать, своя история. Угу. Сегодняшние препараты, которые содержат в себе лютеин, зеаксантин, витамины и чернику, они являются чуть ли не основным препаратом для лечения возрастной макулярной дистрофии. Мы о ней еще не говорили, а это повреждение сетчатки в центральной зоне, именно той зоне, которая отвечает за остроту зрения. И вот что интересно, что черника также положительно влияет на сетчатку, как, например, валерьянка при каких-то неврологических или нервных потрясениях. То есть адаптация сетчатки при приеме черники способствует, например, лучшей остроте зрения ночью, лучшей адаптированности к ночному зрению, к яркому дневному свету, к большим зрительним нагрузкам, к работе с компьютером. Ну, то есть, вот, але радикально виправити проблему вони можуть, радикально виправити проблему в кожному случаї треба індивідуально. Зрозуміло. В одному випадку це прийшла, допустимо, людина, призначили її окуляри, і все добре. В іншому випадку це лікування, в третьому випадку це операція, в четвертому випадку це направлення до інституту, і коли вже всі можливості реабілітації закінчені, направлення до спеціальних структур, які оформляють групу. Інколи це тимчасово, інколи так називаємо безстрочно. Ну, я ж кожна людина, це ми лікуємо не захворювання, ми лікуємо людину. Скажіть, будь ласка, ще у нас небагато часу, але хотіла б торкнутися такого питання. Порушення проблем зору і діти, підлітки. Актуальна проблема, сказати? Це проблема дуже велика. Діло в тому, що зараз дуже у підлітків, у дітей дуже велика нагрузка уже з маленького віку. Я поставила питання, але є ще телефонний дзвінок від нашого глядача. Давайте послухаємо. Будь ласка, ми вислухаємо. Здравствуйте, студія. Доброго дня. Я хочу спросити у доктора. Можна лечити катаракту таофоном? Це вже весь? Так, це, напевно, це все запитання. Будь ласка. Дякую. Дякую за запитання. Значить, катаракта – это заболевание, которое появляется почти у всех людей рано или поздно. Есть везучие люди, и она появляется у них в 70 лет. Есть менее везучие, и начинается она лет в 40-45. Как правило, мы говорим о той катаракте, которая не врожденная, не травматическая, не связана с какими-то повреждениями лучевыми и так дальше. Мы говорим сейчас о возрастной катаракте. Так вот, она имеет свои несколько стадий. Это начальная катаракта, незрелая катаракта, зрелая катаракта и перезрелая. Так вот, начальную катаракту можно лечить или таофоном, или катахромом, и я, наверное, не имею права в эфире называть, чтобы не делать рекламу. Это не препараты, так? Да, но таофон – это препарат, который способствует задержке помутнения хрусталика на том уровне, который уже есть. Ну и все. Надеяться на то, что таофон или другой какой-то препарат в настоящее время невозможно. Пока еще, к сожалению, нет такого препарата. Так, зрозуміло. Ми відповіли на запитання. Далі ще можемо відповісти на питання з приводу проблем зору у підлітків. Да. Так от, я вчера разговаривал по скайпу со своей маленькой родственницей. Она живет в Первомайском районе, где моя семья. Значит, 4 года. И она уже в 4 года, она уже сама нажимает кнопки компьютера, она знает, как набирается скайп, она знает, как ходить в социальные сети. Вы представляете? Ну, сучасні діти. От сучасні діти набагато раніше починають читати, набагато раніше починають писати, володіють комп'ютером набагато швидше вчаться, чим їхні батьки, а тим більше дідусі і бабусі. Що треба знати батькам цих сучасних дітей для профілактики зору? Ну, от, з одної сторони, ну, нельзя їх ограничувати, нельзя їм не давати комп'ютер.
И нельзя им не давать смартфон. Нельзя им давать, не давать, потому что все-таки развивается человек, который не владеет компьютерными технологиями, не владеет смартфоном и простейшими средствами вхождения в социальные сети и так дальше. Но невозможно, ваш человек, ваш ребенок будет отставать в развитии, он будет отставать от сверстников, он будет выключен из социума и так дальше. С другой стороны, нужно понимать, что нужно, если человеку приходится много работать с вот этой аппаратурой, плюс еще же занятия есть школьные, плюс еще есть хобби, которые там музыкальные инструменты с нотами, изучение английского языка и так дальше. Каждых там 15-20 минут делать какой-то зрительный отдых после зрительного напряжения. Делать зарядки, которые мы рекомендуем, я их мало, я так понимаю, времени не расскажу о них очень подробно. Принимать поливитамины, побывать больше быть на свежем воздухе, заниматься подвижными играми, особенно теми, где есть нужно смотреть то вдали, то вблизи, то вблизи, то вдали, для того, чтобы тренировать аккомодации, потому что все заболевания рефракции начинаются, вот близорукость, она начинается со спазма аккомодации, который связан с огромным, длительным, без отдыха напряжением для близи. Треба робити періоди, так? Да. Плюс, если ребенок в это время, не дай бог, чем-то приболел, тем более, если он не высыпается, не принимает поливитамины, кушает сухомятку, как бывает в школах или где-то там на репетициях или там в каких-то кружках или по закласній роботі. Вот. То, конечно, тогда будем тогда иметь близорукость. Я вам дякую. Час ефіру швидко сплинув. Ми говорили на актуальну тему, проблему зору, профілактика сліпоти. І у нас в студії був Віктор Косаченко, завідувач денного стаціонару Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Дякую за ефір. Дякую і вам, за шановні глядачі, за увагу. На все добре.